Так, у нас видеообзор. Подошли две норковые шубы, новые от Шили. Два новых фасона. Это мех куница, английский воротник. На спуск идет, и здесь тоже уголочком сделан. И тоже на спуск идет. Вот такой интересный воротник. Шаль прям до низа. Рукав спущенный, как летучая мышь. Рукав широкий. Это стриженная норка. Длина 100 сантиметров. И вот по спине. Мех паркет. Размер здесь большой, паркетный. Как раз это большой размер будет скрадывать, большой объем, большой размер будет скрадывать стриженная норка. Так, и вторая шуба. Это не кролик, это настоящая шиншилла. То есть редкий случай, когда шиншиллу ставят. Это шиншилла. Тоже апаш. Шаль, воротник прям до низа идет. И снизу вот так идет полукругом. Тоже стрижная норка, цвет темно-синий и манжет отделанный. Размеры здесь есть разные. Вот эти разные размеры. И паркетная раскладка шкурок. А вот в черном цвете есть большие размеры. Эти шубки можно на заказ заказать.